Всем привет, сегодня я, Артём и Вова. И мы сегодня играем в слепого. Правила игры очень простые. Артём закрывает глаза и должен считать до 10 на той лестнице, на той площадке. Он должен будет меня найти. Но есть очень-очень большой нюанс. Я не могу наступать на пол, я могу только на площадке. Если я наступлю на пол, то я автоматически проиграю. Он мне должен будет найти за 2 минуты. Если он это сделает, то я выполню жесточайшее наказание. Но если это будет не так, то он выполнит наказание. И это наказание, что мы покупаем картошку фри и ее съедаем с очень острым соусом. Соус мы возьмем прям самый-самый острый, от которого будет трогать горло. Я надеюсь, вам понравится это видео. Начинаем. Часть я проиграл, мне оставалось всего лишь 6 секунд до выигрыша, но я проиграл. Ну так что, мы поехали за картошкой фри с острым соусом. Вода, наоборот, сделает все острее. Да? Да. Надеюсь, вам понравился наш видеоролик. Всем пока.